Друзі, вітаю. Четвер, 4 травня, і в ефірі наша постійна рубрика із політехнологом Борисом Тізенгаузеном. Ми для вас щодня, уже практично 2 місяці, з понеділка по п'ятницю, аналізуємо ключові новини дня. І дуже дякуємо вам при цьому, що ви нас обираєте. Ми бачимо вашу активність. Дякуємо за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що ви нас дивитеся і дослухаєтеся. Сподіваємося. Відтак, ми просимо поставити вас лайк нашій розмові, якщо вона вам подобається, і поширювати її в соціальних мережах, так якомога більше людей будуть її бачити. І я вже даю слово і Борису, вітаю його. Борисе, вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Зараз, Борисе, покажу ілюстрацію того мему, тільки трохи в іншій конфігурації, який шириться вже другий день нашими соцмережами. Як то так можна було дійти від Києву за 3 дні до, власне кажучи, фрази «Путін не пострадал». І от ще один такий мем хороший: «НАТО закрой небо над Росією». Звинувачення київського режиму, контрольованого англосаксами, погрози ударами возмездя по всьому, чому тільки можна, і по кому, кому тільки можна і не можна. Особливо Подоляк там раз. Чомусь його теж прив'язали до Залужного і до всіх. Ну, просто день уже крику зболіти, реакції України і світу, власне кажучи, минув. Ми з вами майже першими обговорили це, як щойно побачили напередодні. І от що за цю добу побачили ви нового в атаці безпілотників на Кремль, ну, точніше, на оту верхівочку, флагшток, так, кремлівський, організатори, мотиви, наслідки, прошу. Да, тут новые данные поступили. Довольно странная атака была, если честно. Ну, то есть Кремль, конечно, сразу заявил, что это покушение на Путина, но судя по тому взрыву и по тем разрушениям, которые беспилотники причинили Кремлю, то есть он не только там, не просто не мог пробить стену какую-то, но то есть он вообще, в принципе, ну, никакого покушения не было и быть не могло, тем более Путина ночью не было в Кремле. А вот странные моменты, что в этот же буквально в эту минуту оказались на куполе там какие-то люди. Мы же прекрасно понимаем, что режимный объект ночью в Кремле абы кого не пустят на крышу. Ну, то есть картинка очень неплохо снятая. Да, была снята с руки, но планы... Ну, то есть все было, так скажем, как это, Союзмультфильм работал. Вот, поэтому я думаю, что у меня есть появились три основные версии, что это могло быть. Естественно, никакой ГУР, ни СБУ, ни Украина тут и рядом не стояло. Вот. Это акция, которая могла быть для 3 причин. То есть первая причина, та, о которой мы с вами говорили, легализация ударов возмездия по центрам принятия решений, по правительственному кварталу, например, в Киеве. Потому что к 9 мая, судя по всему, Бахмут Россия не возьмет. А картинка какая-то, хоть какая-то победочка нужна. Вполне могла быть такой победой, могли быть удары по Киеву, по правительственному кварталу. Вот смотрите, мы наконец-то вот бьем, и пусть даже там Зеленского нет, Зеленский сейчас находится в международном деловом турне, вот. Но для картинки, для россиян вполне себе подходит. Значит, это первая версия, но она, наверное, одна из самых распространенных. Вторая версия, она связана с парадом. А просто так, например, не выпустить всю авиацию на парад, ну, как-то не хватает причин. Мол, мы ж рассказывали тут вам, россияне, что все небо закрыто, ПВО везде стоят. А вот, видите, беспилотники – это, значит, реальная угроза, поэтому либо Путина не выпустить на парад, хотя, я думаю, там двойника просто выпустят, и все, либо не выпустить большую часть авиации, ну, то есть сократить вот эти парадные мероприятия в целях безопасности, потому что беспилотники, они могут разные объекты поражать. Это вторая версия, она больше такая по соцсетям ходит, расхожая такая довольно-таки. И третья версия, она, собственно, заключается в том, что Путину сейчас нужно показать какому-то условному мировому сообществу, что Украина эскалирует ситуацию, что он сейчас вот будет снимать фильмы, как навешивают на самолеты ракеты уже с тактическим ядерным оружием. Ну, то есть ему нужна причина, по которой он будет абсолютно, вот, ну, прямо скажем, официально угрожать ядерными ударами, в том числе Украине. Причина контрнаступления, реальная причина, которую сегодня Рогозин озвучил,
она, ну, не выдерживает критики, потому что как это? Россия угрожает ядерным оружием, потому что боится потерпеть поражение после контрнаступления? Нет. А вот атака, покушение на Путина, это покушение на всю Россию, давайте применять ядерную доктрину и так далее. То есть это вполне себе, ну, такая больше рабочая версия. Поэтому угрожать ядерным оружием, я не говорю применять, потому что это я до сих пор не верю, что Путин его может применить, даже когда мы в Крым начнем заходить. Но все-таки повысить градус и сказать официально там, тому же Китаю, некоторым другим своим условным партнерам, что смотрите, у меня есть официальная причина, они на меня напали. Вот, беспилотники меня там чуть не убили. Поэтому вот три основных версии. Все три версии, они складываются из того, что за этими атаками стоят российские спецслужбы. Тот самый, знаете, условный рязанский сахар. То есть Россия это уже не раз проходила, взрывала собственные дома, чтобы подготовить население морально к войне в Чечне. Ну, в общем, это тот же самый рязанский сахар. И версия, например, Института изучения войны, я ее не поддерживаю, что это нужно для консолидации, для новой мобилизации. Да, россиянам вообще плевать, там, куда там эти беспилотники прилетели. Даже если бы Кремль сгорел, это все равно бы никоим образом боевой дух и желание пойти умереть не усилило у россиян. Поэтому вот причина всколыхнуть патриотические настроения россиян, добровольно пойти мобилизоваться и пойти воевать, эта причина не очень подходит. Вот в этом плане я, кстати, с уважаемым мной Институтом изучения войны не согласен. А я от теж, до речі, з ними не погоджуюсь, теж обговорювала в ефірі, тому що я навіть не впевнена, що всі з них одразу помітили би, навіть якби Кремль згорів дотла. І враховуючи, що пропаганда здебільшого працює на самого ж Путіна, як ми вже теж обговорювали, ну, сумнівно. Але я ще, от, про ще одну хочу версію запитати, наскільки вона має місце бути, або наскільки далеко ми її поки можемо відкинути. Вона так вперше пролунала напередодні від Давида Арахамії, голови фракції, представника фракції «Слуги народу». І вона заключалась в тому, що це могли би бути оті невдоволені олігархи або клуб ображених патріотів. Ну, а я думаю, чи може клуб отих розлючених патріотів. Як щодо того, чи реакція Пригожина сьогодні була, який закликає не по центрах прийняття рішень наносити удари в Києві, а навпаки, знайти винних за оце діряве ППО, за те, що прогавили безпілотники. Борис, як ви думаєте, можливо, це хтось із отаких опонентів конфронтаційних Кремля вже працює, хоче якось залякати Путіна, або просто показати, що слабкі у них системи захисту. Я би вот эту версію немножечко модернізував і сделал из неї другую версію. Хоча это уже четвертая будет, да? Смотрите, Путін, вот все чаще просачивалась інформація последние дні, то і от РБК, например, що Путін 9 мая мог заявить о том, что все цели достигнуты, нужно, значит, закрепляться на этих территориях. В общем, ну вот что-то в этом роде он мог заявить. Так вот, после этого он уже, не, в принципе, не сможет заявить. То есть вот подобный удар он мог сподвигнуть Путина на те решения, которые до этого он по разным причинам принять не мог. Например, на использование там, того же тактического ядерного оружия или еще на какие-то такие шаги. Ну, то есть партия войны могла повысить градус и вот таким поступком, не знаю, организацией подобной акции, действительно отговорить Путина от того, что нужно делать заявление о том, что цели достигнуты, там пора сворачиваться и закрепляться на территориях. Есть такая идея. А вот наказывать тех за дырявое ПВО, ну так это же на самом деле история понятная. Где ПВО сейчас? В Новоогарёво, вокруг резиденции Путина. То есть мы уже прекрасно понимаем, да и россияне понимают, что ПВО с беспилотниками этими очень плохо справляются. И доказательство тому – горящие нефтебазы, горящие, значит, вот эти цистерны, и партизанская война, там ФСБ тоже, знаете ли, не очень как-то работает, потому что поезда один за одним сходят с рельс. Поэтому эта версия тоже имеет право на жизнь. Но опять же, обратите внимание, Ирина, все версии, они заключаются в том, что это российские какие-то внутренние силы организовали эту акцию. Это все на это очень как бы указывает, потому что давайте гипотетически представим, что мы вдруг захотели подобную акцию совершить. Для чего? Вот для чего? Ни Путина не грохнули, ни Кремль не сгорел. Ну, в общем, ничего не произошло, а в ответ у Путина появляются абсолютно какие-то легальные причины
говорить всему миру, вот, значит, на меня напали, я готов применить тут уже другие виды оружия. Вот то, о чем Рогозин сегодня говорил, он же говорил, что нужно применять уже тактическое ядерное оружие, потому что без него остановить контрнаступление не удастся. Ну, наконец-то прозрел Рогозин, только вопрос-то в том, что не ему решать, и вопрос в том, что если даже Путин захочет продемонстрировать, что он готов, у него уже обратного пути не будет. То есть там уже и Китаю не удастся отстояться в стороне, и никому. Ну, то есть это будет очередной виток, который ускорит падение путинского режима. Добре, і на фінал цієї теми гучна ніч сьогодні була для Києва, для столиці, для Одеси. На залишках тих збитих безпілотних літальних апаратів ворожих було написано все-таки за Кремль, за Москву. Борис, якщо відкидати все-таки оце пресловуте російські погрози застосування тактичної ядерної зброї, так чи іншої, які оці легальні механізми, про які ви говорите, у відповідь все-таки може ще застосувати Кремль? Можливо, він тоді приурочить їх до 9 травня, чи, в принципі, все обмежиться оцими голосними, гучними, але при цьому пустопорожніми заявами пропагандистів і представників режиму? К сожалению, я думаю, не ограничиться, и сегодняшняя ночь тому доказательство. То есть в Киеве, по крайней мере, сразу практически после начала тревоги были слышны взрывы, потом мы поняли, что работает ПВО. Я думаю, что весь Киев проснулся, многие слышали эти звуки. И Россия, она же вот она фетиширует на вот эти удары возмездия. Помните, после Крымского моста, кстати, тоже непонятно, кто его там взрывал, почему так произошло, и они после этого начали массированные обстрелы нашей территории. Что они могут сделать? Ну, то есть, теоретически, конечно, они могут кинжалами попробовать ударить и по правительственному кварталу, но они заявили о том, дословно, что мы используем то оружие в тот момент и тогда, когда, значит, оно будет там эффективно, когда посчитаем нужным. Ну, то есть я не исключаю, что они могут это сделать, к сожалению. Они же отморожены полностью, отбитые. То есть для них там попадет туда или не туда, это абсолютно плевать. Будет там Зеленский, не будет. Сам факт важен. Поэтому не исключаю, что они могут так поступить. Хотя по разным оценкам, вот я смотрел разные телеграм-каналы сегодня, вроде даже как-то говорят, что мы баллистику сбили, то, о чем мы раньше даже и помыслить не могли. То есть честь и хвала нашим войскам противовоздушной обороны, они, конечно, сегодня очень, на 5 с плюсом, на 12 с плюсом по-современному отработали. Поэтому надеюсь, что так будет и дальше. Но, опять же, не стоит расслабляться. Все равно они будут мстить, пусть даже за собственную провокацию. То же самое они делали с Чечнёй тогда. Сами себе дома взорвали, людей убили сотни. Потом это было доказано все. Фильмы, книга Литвиненко «ФСБ взрывают Россию». Кому интересно, почитайте, посмотрите. Там стопроцентные доказательства, как они путались в показаниях официальные лица, как там брали одни других ФСБшники, да, и так далее. Там была полная несогласованность, и тогда еще были журналисты, которые могли это вскрыть, осветить, показать. Поэтому это практика России – убить своих граждан для острастки, для того, чтобы оправдать еще более жуткое преступление какое-то, которое они против иных наций, народов совершают. І для того, щоб так прийти до влади. І Радіо Свобода є низка розслідувань, дійсно, вони плутались в показах, в свідченнях, брали різних свідків, ті давали одні свідчення, забирали, ну і так. А потім Путін став президентом. Ну, власне кажучи, добре, будемо тут обережними, і ми дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, а також, на відміну від Росії, ми можемо подякувати НАТО, ну, але не зовсім НАТО, країнам західним, партнерам нашим, нашій західній коаліції, яка все-таки дає і ті інструменти, завдяки яким наші сили ППО можуть і збивати ворожі ракети. 6 жовтня 1981 року на військовому параді релігійні фанатики впритул розстріляли єгипетського президента –
Анвара Садата. Ну, я так згадала це. А російська влада скасовує далі, Борисе, паради на 9 травня. І вже щонайменше у 21 місті, де вони ще торік проходили, в тому числі в тимчасово окупованому Криму, який не їхній, але вони його вписують і скасовують там паради, а вони теж уже скасовані. Але вийшов сьогодні Пісков, каже, ну не біда, попри те, що мало Путіна не замочили, як вони так думають, що то було ж на нього покушення. Парад все-таки буде на Червоній площі в Москві 9 травня. І президент Росії, каже Пісков, принаймні сьогодні, що таки буде брати в ньому участь. А я от не впевнена, може він відправить двійника, як думаєте? Конечно, отправят. То есть, судя по опыту прошлых парадов, он там сидит на одной трибуне с ветеранами, со всем военным руководством. Естественно, никто этих ветеранов, их и так уже там единицы остались, старенькие люди, никто их не будет тащить и держать две недели на самоизоляции. Поэтому, конечно, вот на близкий контакт Путин, скорее всего, выпустит человека на себя похожего, очередного своего двойника. Но, опять же, угроза безопасности. Он же не будет сидеть в каком-то дрононепробиваемом кубе стеклянном и оттуда радоваться, хлопать в ладошки. Поэтому, конечно, выпустить, ну, сам он навряд ли туда пойдет. Вот вы очень хорошую историю вспомнили, когда переодетые военнослужащие, якобы, которые должны были в параде участвовать, спрыгнули с грузовика, расстреляли трибуну и президент Египта Садат на пути в больницу погиб. Этого Путин тоже может бояться. Хотя я думаю, что там меры безопасности, конечно, будут, ну, там, 10 раз всех проверят. И, естественно, никому заряженное оружие не дадут. Но, опять же, учитывая то, что там будет, скорее всего, не сам Путин, тоже особо беспокоиться, наверное, не стоит. А чи можемо ми так коротко сказати, що цьогоріч ці паради і будуть ото яйця виєдиного не варті для російського цього такого сакрального сприйняття світу? Я би так не сказав, тому що, по большому счету, от та ниточка, яку вони зв'язують Вторую мировую войну и войну, которую развязал Путин, что опять мы против нацистов, опять там какие-то против нас танки с крестами и так далее. Это вот единственное какое-то что-то ну, ощутимое и для пропаганды очень хороший рабочий материал, который можно дальше прокачивать. Про память дедов, про все вот это вот остальное. Потому что а что еще? То есть про эту войну говорить стыдно. Ее какие-то итоги подводить тоже стыдно. Всех этих коллег вытащить безруких, безногих, бесславных, простите, ублюдков, которые пришли на нашу землю, и показать их, и предъявить их тысячами на Красной площади тоже никто делать не будет этого. Поэтому они будут по максимуму, они будут больше, знаете, добивать концертами, как говорится. То есть все эти дюжевы, шаманы там и прочее, вот эта вся эта дичь, она будет орать Охлобыстин и Чичерин, они будут орать «Святая Русь, святая война, все, значит, за Родину умрем» и так далее. Священнослужители во главе с Кириллом там тоже будут участвовать. Ну, то есть такой шабаш, бал сатаны в абсолютно полном объеме, они это все обеспечат. Плюс, вы обратили внимание, где они поотменяли парады? То есть вот я понимаю, в приграничных, на приграничных территориях, но Сургут, но Нижний Вартос, но вот эти вот Тюмень, да, Ханты-Мансийск, это что такое? Туда что должно прилететь? Просто отменяют, потому что оттуда уже давно всю технику вытащили. Она уже либо сгорела на фронте, либо там еще продолжает воевать. Поэтому, конечно, печальное зрелище будет. Но вот эти вот костюмированные действия, это единственное, что осталось у Путина, чтобы хоть как-то немножечко взбодрить россиян. І обов'язково гвоздьом цієї програми, напевно, стане Олєшка Газманов, який буде відтискатися уже не в курточці, бо, напевно, буде тепліше, а не приведи Господь, чий голий. Ну, оце так дійсно, за те вони і воюють, напевно. В Херсоні напередодні просто жахливі терористичні обстріли знову відбулися зі сторони Росії. Станом на от зараз 23 людини загинуло, 46 поранених. Ну, просто цифри зростають
напевно, що дуже прикро, нам ми висловлюємо співчуття усім родичам і знайомим загиблих. І при цьому терорист Путін називає проти себе терактом, оте нещасний той безпілотник, який там ледь зачепив ту вежу Кремля, яка скоро і без нього просто рухне. І ось сьогодні Володимир Зеленський з візитом в Нідерландах, він виступав в Газі і сказав, не буду казати все, одна дуже хороша і коротка фраза, що тут має стояти інший Володимир. Він постане, Борисе? Будем на это надеяться. То есть добровольно его, конечно, никто не выдаст. Хотя, если произойдет определенный переворот, дворцовый, не низовой бунт, а дворцовый переворот, то все может быть. Он может быть и ликвидирован, он может быть потом выдан в обмен на снятие там санкций с российской элиты. Но, понимаете, сомневаюсь я, что будут его выдавать в ближайшее время. Почему сомневаюсь? Потому что мы об этом говорили с вами. Вот Путина породила система. Путин не сам родился и под себя вот эту систему выстроил. Его породила та система, которая была. И эта же система, она присосалась как пиявка к недрам, к богатствам Российской Федерации. Она перераспределяет эти богатства между очень ограниченным количеством людей. Вот это и есть система, это и есть коллективный Путин. Коллективный Путин ни за что не выдаст вот Путина реального, потому что тогда вся их система развалится. Тогда придется делать новый передел, тогда придется менять строй, тогда чего-то людей этих нужно еще, не дай бог, слушать будет, вот этих вот россиян, да? Поэтому никто на это не пойдет. Хотя мы же видим, что разговоры уже идут такие. То есть вот ответ на вопрос, сделают что-то с Путиным элиты российские или нет, он кроется как раз в последнем разговоре российского бизнесмена и российского олигарха, бывшего советника Сечина. Они говорят, что мы Россию любим, но в России есть люди, которые ее не любят, и мы с ними ничего поделать не можем. Вот вам и ответ, будет ли что-то там меняться. Навряд ли будет. Россию нужно зажимать в такие тиски санкционные, в тиски экономические, в тиски мировой изоляции, что она должна слабеть, она должна терять силы, она должна, внутри должны начаться дестабилизирующие процессы, фрагментация России. И вот тогда, уже потом, когда Россия будет в максимально слабом состоянии, можно будет говорить о том, что там с Путиным что-то делать, выдавать, не выдавать, или там ліквідувати його, или еще что-то. Говорячи про міжнародну ізоляцію, знову турбує всіх позиція Пекіна, не знаю, чи всіх, але мене. Ми обговорювали ту резолюцію в ООН і вперше казали, що Китай, Індія, Казахстан, Бразилія підтримали її, а там було, власне, написано, що Росія – це агресор, згадувано було війни в Україні, в Грузії. І от в Китаї заявили, що це голосування в ООН за документ цієї співпраці з Радою Європи, в якому Росія вказана країною-агресором, воно насправді не є показником позиції Пекіна. І китайська держава не вважає, не називає, принаймні, Російську Федерацію агресором у війні проти України. А що це так, крок вперед, два назад? Чи вони не планували так робити? Що це за чергова багатогодівка від китайської дипломатії? Ну, резолюция была не о том, чтобы Россию назвать агрессором и обвинить в чем-то. То есть она просто там подразумевалась и обозначалась как агрессор. Ну, просто как говорится, в документе, да? Поэтому у Китая позиция понятна. Мы ни за кого, мы за мирное урегулирование, мы хотим и тут с Россией поторговать, и с Европой хотим поторговать, и вот наш мирный план ни о чем. И вообще-то мы на самом деле с США, у нас довольно серьезное противостояние. То есть позиция понятна. Такая вариативность заявлений туда-сюда, это просто вот такая у них дипломатия, да, что, мол, чуть-чуть они нас порадовали, потом чуть-чуть огорчили. То есть они стоят как бы равноудаленно от всех. Россию используют как рычаг давления на Соединенные Штаты, Россию используют как горящий супермаркет, из которого можно покупать все, что угодно, фактически по бросовым ценам. Юань этот можно России впаривать в огромных количествах. Товары свои тоже в огромных количествах никуда не денется. Ущерб своей экономике будет покупать китайские товары. То есть Китай все устраивает. И поэтому я говорил, что Китай не заинтересован в быстром окончании этой войны. Вот он заинтересован, чтобы все дальше так и тянулось, чтобы Россия
максимально ослаблялась, но не разваливалась, и не запускались те процессы, о которых мы с вами говорили. І ще одна новина, яку ми теж з вами, Борисе, відстежуємо і коментуємо. Тут Ватикан наполегливо рветься в перемовини, кажуть, буде миротворча та секретна місія, і дивуються, що про неї ані в Києві, ані в Москві ні сном, ні духом. І спитаю я так, а Папа Римський, я так бачу, хоче, але чи зможе стати цим посередником? Да, интересная, конечно, секретная миротворческая миссия, про которую никто не знает, кроме Ватикана. Но я подозреваю, и мы говорили об этом, что это может быть миссия по, ну, где Ватикан играет роль в обмене военнопленных. Может быть, такая миссия. Другой миссии никакой миротворческой я не вижу. Помолиться, давайте все помолимся за мир. Ну, спасибо, конечно, нас эта миссия не устраивает. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, узнать детали. Но мне почему-то кажется, что мы их не узнаем. То есть вот наша миротворческая миссия, она заключается в том, что мы все хотим мира, чтобы люди не умирали. Вот така наша миротворчеська місія. Нагадує, це конкурс краси, але ми явно не на ньому. Ми в справжній війні з Росією і Збройні сили України будуть диктувати, як буде виглядати миротворча місія. Борисе, дуже дякую за цікаві роз'яснення. Легко і доступно виходить в нас прояснити, як на мене, сподіваюся, до чого теж так видається всі ключові новини. Спасибі вам і за вашу позицію, роботу теж. Побачимося вже завтра. Друзі, вам ми дуже дякуємо, що ви дивилися. Що ви нас обираєте. Пишіть, будь ласка, звідки ви це робили, що вас цікавить, які теми вам найбільше подобаються. Ми завжди читаємо і під вас, відповідно, теж підлаштовуємося, бо хочемо, щоб ви чули відповіді на ті питання, які вас турбують. Ірина Узлова, Борис Тізенгаузен, ми працювали саме для вас і тільки для вас. Вірте в себе, бережіть себе, все буде Україна. Побачимось.